Президентом Австрии может стать националист. Кандидат от австрийской партии «Свободы» Норберт Хофер опережает своего соперника, бывшего лидера партии «Зеленых» профессора Александра ван дер Беллена всего на 4%. Подсчет голосов продолжается, ведь почти 1 000 000 австрийцев голосовали по электронной почте. Окончательные результаты станут известны ближе к вечеру. Политологи предсказывают победу Хоферу, ведь он обещает бороться с миграционным кризисом. Пресса даже сравнивает этого австрийца с Дональдом Трампом в США.